Привет, друзья мои! Иду, наконец-то, я моему стилисту. Так понравилось мне, что у нас открыли возле нашего дома торговую лавку. Там можно и все фрукты купить, и овощи. Не нужно ходить далеко, как мы раньше это делали. Немножко сегодня задержалась. Встала утром, но какие-то проблемы там были. И на 2 часа я поменяла свою встречу. Иду такая в предвкушении. Буду сегодня меняться. Ой, как я люблю это. Ухаживать за собой. Погода такая классная. Посмотрите, сейчас я вам покажу. Посмотрите. Вы видите? Все начинает цвести. Весна пришла в Мерсин. Я не знаю, как себя покажет погода еще. В феврале месяце, но я думаю, что еще будет холода. Ой, прямо живу и радуюсь жизни. И вам того желаю. Все, побежала я на автобус. На ту сторону Теджи, как я в тот первый раз сделала такой круг, нужно подняться на такой мост. Потому что здесь не перейти дорогу. Заборы. Хотя там впереди, я смотрю, мужчина переходит. Вот это в той стороне Мезитли, а в той стороне все остальное. Анталия. Пошла я по мосту. Погода очень хорошая сегодня. Вот Теджи передо мной. Надеюсь, что найду дорогу сегодня и не заблужусь. На этой, где остановка, туда надо завернуть. Все, пошла я путешествовать, так классно. И надо погулять без ашкыма. Вот такая школа, видите, пусто. Дети не занимаются. Идем к моей заловке, поэтому оделась тепло. Олечка сегодня надо мной экспериментирует, пробует что-то по-другому. Она профессионал своего дела. Если вы придете, не пожалеете. Кто находится в Мерсине, пожалуйста, пишите мне, я вам дам номер телефона. Очень хорошая девочка. Свое дело делает с душой и сердцем. Прямо над каждым вашим волосиком будет работать. А вас ждет сюрприз, и меня тоже. Находясь в этом комплексе, я решила выйти к берегу. Прямо вот сито выходит к берегу, к морю. Буквально 50 метров, наверное. Так близко море. Это район Теджи. Начало района Теджи. А летом здесь вообще будет классно. Не так ли, друзья мои? Все, возвращаюсь я домой уже.
проголодалась, съем банан. А Ашкем получил посылки. А ну, открывай, Ашкем, что здесь? День так, сегодня, обалденный. Угу. Надо. У меня будет новая палка. Ой. Обалденная блютуф, с блютуфом палка. Стильная. Я же стильная женщина. На стол же телефон брия. А, бюлеймиш, пардон. Ну, сыр бюлеймиш. Сана бюлеймиш, сана бюлеймиш. Гюзель, Машка. Ondan sonra böyle de kullanabiliyorsun. Во, вот это мне нужно, чтобы я оставила телефон и разговаривала. О, бу, елязим бана, gerçekten. Bluetooth nerede, Bluetooth diyorlar. Basmak var mı böyle Bluetooth? А, var. Var da, Bluetooth nasıl çalışacak? Находится в этой коробке, Aşkım. Я вам покажу потом. Aşkım. Şarjı herhalde şurada. Aa, çalışıyor. Şu anda şey mi, kamerada mı? Açıyoruz. Bu kesen makaslardan yok mu? En kötü makası bulmuşsun evdeki. Başka yok. Parvi aşkım. Parvi. Parvi kim? Parvi böyle yap. İnşallah anladın. Evet. Güzel seyirciler. Çabuk çabuk ne bu? Çabuk çabuk açıyoruz. Çabuk çabuk açamıyoruz çünkü. А что внутри, секрет, покажу вам потом. Как вы знаете, скоро будет 23 февраля. И я решила мужу сделать вот такой подарок. И купили ему, и купила на сайте Хэпси Борода. Посмотрим, что же я ему купила. Чабук бира, Сашка. Ах. Давай, мочи мне. С кем чабук? Чабук, мне самой интересно. Вообще много чего сказали. Посмотрим, это то ли, что мы ждали. Там кючок быча колды. Самый маленький тоже. Чем кисюсь? Буан кисю. Чихлы. Ашким, Ашким, со свершенды, Хергюн, Траш я по Джаксон. Посмотрите, какой самый-самый, НИ, самая новая модель, посмотрите. Новая, Ашким, бу, ирми уч, шубата, эркек, аскер, эркек, Хергюн. О, юзден, бен сана ухедия верди. Посмотрите, как красиво. Сейчас посмотрите, Ашкем будет траш япаджак с бирасура, кюстериджем насалашкем. Столько здесь всего модели, он мечтал об этом, и я решила мужу сделать такой дорогой подарок. Он мне делает, а я ему почему не могу сделать, не так ли? Красота, браун, браун. Это ей тоже так можно бриться, видите? Какая красивая. Ну, чё, Гюзель? Сен, он ухаял и тын мы? Были? Буны и чин. Бун наши. И буду его Сашка подстригать. Тряс шепаджам. А буруны чин?
Tıraş için. Какая? Mesela buradan çıkarıyorsun. Böyle. Bu ne için? Ondan sonra bunu takıyorsun. Saçını kesmek için 3 numara, 5 numara. Bu da sana lazım. Hayır. Ha bunu boyana lazım. Britse, bakacağız şimdi. Islak da olur mu? Svadoy можно тоже бриться. Islak var mıydı ıslak kuru? Böyle takıyorsun. И мокрое бритье. Nasıl çıkıyor onu bilmiyorum ama. Şöyle. Aşkım ne lazım demek? Teşekkür ederim aşkım. De. Kolay gelsin. Kolay kullan. Kolay kullan. Güle güle kullandım. Güle güle kullan. Видите, сейчас он разберется. В общем, будет такой довольный, покажет потом все.